Отлично. Поближе, оп. О, видишь, как добро. Сам особой можно будет. Здрасте. Вот так вот. Вашего позволения. Вот. Так. Яка пресс? Это... Дмитрий Ильич, это нормально. Компромат, компромат снимаю. Да. Я прошу поднять бокал, чтобы видно, что всех на видно, чтобы никого не обидели. Труба нам. Да никакая не труба, чего. Я, может быть, повторюсь, но я хотел бы поднять еще раз бокал вот именно за вас, за помощь, которую вы оказываете штабу, в том числе и начальнику штаба. Мне приятно работать со всеми, особенно я хотел бы подчеркнуть, мне приятно работать с Николаем Трофимовичем. Потому что человек военный, он знает, что надо сделать именно сегодня, и быстро это надо сделать. И вот поездка в Буденновск, ну, в принципе, организация была на Николая Трофимовича. Он подсказал, что нужно взять, что нужно сделать, как сочинить договор, как все это преподнести, как пойти к генералу, как пойти к полковнику и так далее. Он сам не смог поехать, хотя он планировал поехать, но не получилось. Он знал, что вы товарищи. Поэтому я хочу поднять бокал за всех ваших, за ветеранов и, в первую очередь, за Николая Трофимовича. Люба. Пожелать всем Люба. Здоровья, Люба. Удачи. За вас, за всех. Самый старший, самый большой стакан взял. Самый ветеран. И Николай Дмитриевич просил так потихонечку по-английски уйти. Ну, мы его проводим, наверное. У него встреча сейчас ветеран. Николай Дмитриевич, за вас. Спасибо. Да, Никитич, ну что, я их снял. Молодец. Компромат полностью на всех. Молодец. Да. Так. Да я откуда знаю. Вот на бухгалтерии. Ну-ка, главный бухгалтер. Замочек. Вообще, свист. Рождение. Девчонки, ну что, а? Пускай этот гад. Ну что, ничего. Насчет этого. Шрека. Он поедет завтра? Сказал, что вы сказали, что он поедет. Кто сказал? Саша. Так кто сказал, что он поедет? Переверзил сказал. А он отпросился? Ну мы его отпустим, завтра не напряжный день, пускай едет. Это дело святое, справимся без него. Все нормально. Ну так вот... Я хотел уточнить, отпрашивался, не отпрашивался. Отпрашивался. Не знает ничего. Не, ну он сказал, мне скажет, а я скажу Анатолию Никитовичу, и все. Ну что, отберу. Забирайся. А подожди, опять ты говорил, что надо договориться, позвонить, там примут, не примут. Сегодня звякну, да и все, что. Да там любой день, пожалуйста. Ну подожди, ну звякни сейчас. Кто, у кого? Невольный, сказали, поехал. Конечно. Да. Я с утра выезжаю, да нет, я уже сам 8 часов. Ну решил, значит, хорошо, я что-нибудь спрашиваю, я не знаю, я с тобой не разговариваю, слава богу. Вот он. А я давно уже решил. Вот он, решил. А ну посмотри своими стеклянными глазками, а? Неделю не последний день водку пьешь, понял? Маши, алло, это. И Дмитрию Ильичу скажи, спасибо, скажи, Дмитрий Ильич. Подожди, давай вылечим сначала, а потом уже... А мы ему потом подпишем. Что, Боже? Да ладно, 1-0, то и позже, хорошо. Элементарно, да? Сейчас вас немножко. Всех поздравляю с ним. Да. Защитник Отечества. Виктор Николаевич, вот показывают, вот у нас старики тут, люди, атаман, все здесь. Да, Дмитрий Ильич. Да, Виктор Ильич. Все, здесь все, да. Вещи можно. А где наша вывеска? Вон, флаги. Флаги висят. Ничего, пускай над солнцем. Позиция такая была. Что там? Хочу, не хочу уже. Все. Все. Вот она, Золушка, да? Да.
Золушка, Золушка. Так, сделаем. Я закуску отсюда. Главное, выносим туда. А здесь оставляем чай, кофе. Mm. А все туда пойдут? Да. Ветераны или кто-то? Ветераны останутся здесь. Им чай, кофе, конфеты, вот это оставляем им. А закуска, спиртное, все... Как Николаевич скажет, так и... Как я говорю, чтобы сказал Николаевич. Да? Да. Ну, давай, еще так пришел, как что-то здесь самовольничать, что ли? Тем более, между прочим, это атаман, как ни крути. А? У меня есть один начальник. Да ладно. У меня атаманы, не начальники мне, понимаете? Слышь, Вик. Нет. Наташа, я постараюсь быть твоим начальником тогда. Нет, у меня есть один начальник. Покрупнее на туре, что за ордена у нас? Да, Тима. Ордена? Да. Это мне. Рожа красная. Да мне, ладно, прекращай. Нет мне покоя. Ты тебя хорошо видно. Это папа с одной стороны деревни? Да. Красный. На лице, да. Так, ребят, ну, там, есть там кто-то? Есть кто-то? Есть кто-то? Для истории снимаю. Мне хуже было, когда я был 16 тысяч рублей. Хуже мне, чем вот этот. Ну, смотри, такой, смотри, стол большой. Да не надо рукой махать. Так ты пройди поближе. Я хоть в кабинет покажу. Икона вот. Так, Викторович, Викторович, надо это, ручку и что-то писать. А не, нормально. Так, так, вот это манг центрального района. Саш, да. Тебе черную или синюю? Ты знаешь что? Давай синюю. Синюю, да? Черная будет, она как... И ставь прямо здесь на лицевой часть, вот здесь, да? Да, 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 да. Да. Печатка, ну лучше синюю. Потом отпечатаем. Иди, тирана. Дуй. В ларьки дуй, покупай. Кто дуй? Сейчас, подожди. Два батона сидельских. 1950. Только коротко снимай, нельзя такого снимать. Дим. Пойди, пойди. Дима! Да, класс, класс. Довольно ясно. Все 15 будет, сука. Зайка день пополам, вот эту сумму поштукарю. Дима! $1000 в месяц, правильно? Ну а как? Я все когда... Ну все снимают, и хлеб снимают, и рожи снимают. Так кино, что там? Так его видало есть. Молчать надо, а мы разговариваем. Тут что делать? Телевидение. Все, а все в кадр пойдет. Ни хрена я не люблю. Вот и деды, о! Так они ведет, не бойся, и ты тоже помонешь туда же. Пошел, пошел, куда он пошел? Да девочка там. Вы сегодня у нас как с тобой... Хоть вы со своей водкой пришли, но со своей закуской, то правильно. Подождите, я тут фотографирую. Понял. С праздником? Да. Да. Московский дом книги, новое издание, ознакомлю. Да, сейчас тут не до книги. Я тебя видел уже, ты приходил. Конечно. Помнишь? Че, да. Пришел опять? Новое издание. Да, книжки у него классные. Сейчас тебя немножко сфотографирую. О. Не покиплю. А тут надо... Что, только одного меня снимать? Да, я тебя, до свидетельства. Зай, да, Андрюха, нафиг надо, ты что? А я там был уже. Вот и все, ништяк. Так, давай, Саша. Так, вот. Так, смотри, надо дверь закрыть. Да, дверь закрыть. Так, давай, так, значит, я хочу все напомнить, чтобы для меня не забыли. Значит, вы постоите. Вы как бы сидите дома. Да, вы можете. Дом Викторович. Да. Атаман может быть? Пожалуйста. Да типун вам надо жить. Нафиг надо. Нафиг нужно. Там уже. Не убежать? Не, не. А рюмочек, мне кажется, мало. Почему? Я же больше могу. Есть, есть, есть. Рюмки есть. Присаживайтесь. Садитесь, ну что у вас? Знаешь, вот такой незаметный. Себе не знаю, сейчас садитесь. Они же уходили на... Что это там? Жесть! Ну садитесь, вы что, присаживайтесь.
Смотри, вчера был праздник просто. Вы за себя не можете сейчас выпить, смотрю, это не знаете как. А 8 марта что делать не будете? Вообще не будем. Вообще молчать? Вообще ничего делать не будем. Вообще ничего делать не будем. А давайте, с праздничком. Давайте. Вот так вот. Я так понял, что 23 февраля это не мужской праздник, а женский. Женский, да. Женский, да. А 8 марта опять такие. Женские. Женские, да. Хотя ты. Красное сделали. Первый раз. Я же помню, что это вообще, я не пойму. Женщины, ты что? Это всегда так было. Я с дедами пришел. Долго не простоит. Я еще вот. Два места, буквально два места. Саня, садись на мое место. Все. Вот сюда, падай, падай. Садись, Это первое. Второе. Ну что, дорогие друзья, потому что вот буквально два дня назад мы были в Будённовске, и действительно, за моих... Яночка, обратите внимание. Вот инвалид. Сейчас, смотри, инвалид, вот покажи. Ты резко слишком поворачиваешь. Хорош показывает. Может вот так через кнопку нажимать? Вот сейчас снимает. Нажимай, хорошо. Красивых их не спрячешь. Правильно, да? Да. Чем? Сто процентов нет. Дальний чебурек. Да. Прикольно, блядь, вот. Что за корреспонденты? Вот мебель. Подожди. Привет. Привет. Так. Вот сама. Это тот человек, который делает для нас мебель. Вернее, он ее, может, и не делает. Лучшую мебель. Вот мы ее смотрим. Вот она. Вот. Мебель. Вот она лучшая. А живет, кстати, не лучшим образом, потому что имеет вот такую машинку. Вот. А по идее должен иметь его машинка. Это Абраменко стоит. На посту. Сильная вещь, я скажу. Зашел. Привет. Да. Вот рэкон. Все. Вот они, сосиски миллион. Вот где на 2 миллионы спрятаны. Да. Кетчупа. Да. Планета. Вот этот ящик с деньгами. Смотри. Вот они. Холодильник. Видишь, который мне должен 500 рублей, да? Да, скажи. Слышь, ну я молчу, что ты мне там 1500 баксов торчишь. Баксов, шмаксов. Вот стоянка, короче, это слышь, Андрюша, вот иди сюда. Если так разобраться, смотри. Все, пустота. Так ты время не выставил. Не надо. Да, здесь. Там. Рыцарь как-то не это. Ну а что так? Не, ну я лучше ответ. Приветствую, уважаемый. Согласен. Можно я попозже подойду к вам? Да. Thank you.
А вот они. Вот они. Игровые автоматы, ага. Уже все. Машинка. Но все равно, может, вы же купили машинку на них и нормально. А? А что, ты все уже не работаешь? Не, я же уже все. Да? Я же уже уволилась. Да. Пусто, смотри. Подскажи в камеру, что пусто, да? Пусто. Пусто. Стоянка пустая. Здравствуйте, Костя. Здрасте. А что это за телевидение? Лучше деньгами. А что за телевидение? Это местное. Опа. Олег, таксист, вот. Вот он. На. Это, вот взятка, смотрите. Вот. Машину. Прячешь, я вам серьезно. Вот они. Нет, компромат. Вот. В принципе, красота, она и есть красота. Что там? Вот так вот они и живут, например. Так, конечки. Глянь, какие цены на коньяки. Так, где у нас текила тут? Все. Они обыкновенные текила. Мартини, черная обыкновенная. Это мое еще больше. Раз, два. Вот взятку. Я 3 рубля не хватает. Сколько, 2 подключил? Да, конечно. Смотри, цены, короче, 450. Поехали. Что? Балтика. Что это на даче сначала? Так что он не знает? Надо выждать время. Там же он говорит спасибо, до свидания. Бабки. Опа, в карман. Раз. Оп. Ну покажи, дай гляну, что там. А сейчас, а что там смотрели? Шашлык, машлык. Раменка работает. Слушаешь? Да выключи ты ее. Зачем? Локтировку будешь сегодня делать. Что? На часок вот. Можно 15 рублей. Что делать будем? Выруби камеру, блядь, положи эту. Сашки. Вот он, чумовой человек. Да, вот это вот, где я в этом вот человек, который Volkswagen, да? Да. Ты внутри снимаешь или? Конечно, снимаю. Да. Спрятать. Да ладно, что там. Посмотрим. Это то, что отправляем. Буду я вас это не снимаю, так что. Не, это чисто вот. Ну и что? Так что, ничего. Слышь, давай пропьем, а? Ну вот так вот у нас казачество, понимаете, да? Как что хорошее, так пропьем. А ну-ка, где? Покрупнее диалиц. Ну-ка, где тут первый? Вот он. Оп, хорош. Серьезно, вот. Вот рабочий кабинет, хорошо. Вот и Леша. Их разыскивают. Леша сидит в покер, играет. Хорошо. Вот. Замечательно просто. Спасибо, работник. Хороший приказ, да. Пишу. Поощрение сотрудников. Вот я его снимаю. А? Да не, ну понятно, лучше, чем вообще ничего. Антенну просто надо. Да, правильно. Я, в принципе, там ходить не буду. Тачки, ходи, она. Да вон, задеть. Вот она что? Коробочка, да?
сейчас у нас поближе. Как неожиданно. Да. Семечки, о, хорошо видно. Давайте сниму. А что, завтра. Ну, да. Помаши, ручка, дядь. Помаши. Ну, вот Голливуд, блин. Ништяк, смотри. Крейзи, что мы здесь, да? Дайте, значит, не трогать. Опачка. Ну, вот все, она. Видно. А? Видно. Хорошо. Хорошо. На машину видно? На машину видно. Сюда видно. Пойдем, посмотрим, где моя иномарка. Ну пойду, куда ты вошел? Что, меня не видно? Видно, видно. Идем домой, да? Ага. Хорошо видно? Хорошо. Снимай. Снимаю. Уходи с дороги. Вот так, мать, и живу. Тамара Семеновна, понимаешь? На фоне музея. Подойди. Вот тут дорога, вот там я работаю. Поехали. Вот ты проезжаешь. Чего? Красавчик. Это с Мариной, короче, идем со школы, с музыкальной. Да. С работы мы идем. С работы, да. Семечек куплю, семечки тут хорошие. Ну, ладно, Мариночка, пойдем. Не нажимай кнопочку, пошли. Называется русское видео, экстрим. Зима, мороз, майка. Курю, сейчас покажу, какие сигареты курю, мать. Ой, смотри, Винса, синяя. Пошли. Я нахожусь. Да? Меня хоть видно? Ты да на экранчик видно. Смотри. Да видно тебя еще как. По весь экран. Все, рука устала, не могу за. Выключай. Хватит меня ушлепочную снимать, можно. Кипоньте на язык. Угол дома. Опа. Вон она. Казино. Уже закрыто, да? Думаешь, приятно жить на белом свете одному? Да нет, неприятно. Так во сколько он у тебя был? Утром? Утром. Во сколько? Там часов 10, наверное, утра. Неправда, в 10:30 он себе укол делает. Ну, значит, не знаю, где он. Может, в 1, не знаю. Наверное, вот до укола, короче. Значит, как жену на работу отвезти, так некому. Да. А как взять машину и пошляться по городу, это запросто. Да. Вот пусть и живет на старости лет со своими любовницами. С кем? С любовницами, а не со мной. Хорошо. Вот хорошо, хоть плохо. А маму я не променяю на какого мужа. Так кто спорит, что ли, блин? Конечно, спорит. Зачем? Ну, мозг такой сегодня доедает последнюю тарелку супа. Ну да, нет, чтобы не оставить. Вот один баллончик. А ну посмотри туда. Нужно сниматься. Хорошо, Коля. Чем только все это закончится в моей жизни? Ладно, кончай баловаться. Разбаловался. Я человек у тебя серьезный. Вот закроюсь, пусть тебя одного фотографируют. О, я ж придумал. Сейчас. Ой. Сейчас, мама. Ну,
Выключай. Помощник. Вот. Ну так, Василий Васильевич. Думал, тут все так просто. Блин. А ну-ка. Наездик. То есть не все просто в нашем мире. О! Чтобы снимать красиво, надо учиться. А что там учиться? Я и без учебы нормально снимаю. Это домашнее видео. Вот оно. Сенатор, или не говорил? Да, говорил. Точно. Не надо светить. Ну вот, начальник мой. Непосредственный, кстати, да, на посту. А вот смотрим, начальник на посту, а бригада? На посту. Смотрим внимательно. Там нету. Щиток вижу, нету никого. Один начальник, сирота. Вот стоит. Вот, и чтоб платная автостоянка. Никого. Зафиксируй ту платную стоянку. Так, какую? Зафиксирую, кстати. Так, стоянка в угол Дзержинского, это по Ленина, в сторону реки. Тишина, с ума сойти. 1530, да. Да немножко, да. Зимняя стойка. Да это еще не зимняя. Не зимняя еще? Нет. Так, ребята, на толстого взяли, камеру забрали, пока его напинали быстро. Класс! И сюда снимай. Чего ты снимаешь меня? Вон она, давай. Вот трактор. Вон он, трактор едет. Вот, хорошо. Семь. А сейчас сколько он едет? Лучше. Один. Вот они, кормильцы наши. Да. И не надо от действительности уходить, да. Да. Самоварчик, да. Вот человек труженик. По чистом виде, да. Еще озвучивает, что ли? Держи. Конечно. Сам размешивай. Обязательно. Ну вот у него. Ты фамилию не бери здесь. Да я не беру, ее не видно. Не видно. Подходим поближе. Вот она говядина, типа свинина. Ой, ей шашлыков тут, блядь. Это корова, там бык большой. Надо было голову тут затарахировать. Вынести голову. А вот люди, да давай, конечно, свинячую, если есть. Вот. А вот люди, которые, вот она, мясная мафия славянская, блядь. Так. Мясная мафия. Вот так и люди заканчивают, если быкуют, да? Да, вот так с них вот это и остается, рожки да ножки, блядь. Вот он, вот так, каждый день. Вот сейчас съемки. Так, ладно, хорош. Ладно, что там хорош. Ой, Дима, ты что, занялся? Работа снимаешь. Чем занялся, а? Вот он. Виктор Цой. Димон, а ну посмотри сюда. Ой, красавчик, а. Похож? Да похож, я тебе говорю. Это главное.
Вот на 6.31 стояночка. Грубо говоря, никого нет. И мягко выражаюсь, да? Ну а что насчет вчерашнего? Подумали на заслуги, нет? А? Убери камеру. Кого убрать? Камеру убери. Да что я буду убирать? Говори, как ты такой жизни докатился, а? До которой? До вчерашней, блядь. Здрасте. О, начальство приехало. Конечно. Да. А как же? Да на память! Голуби насрали. О! Забыл. 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 Правильно. Что сделаем, блядь? Доброе утро. Доброе. Здесь стоянка запрещена. Да? Да. А я не знаю. Вот так вот. О. Я доплачиваю, чтобы там деньги. Я не оставлю. Да нет, не доплачиваю. Вот так вот начальство живет. Новые русские, блядь. Я ему нихуя не завидую. Что это за жизнь, как собака, день в день на работу с позаранку. Да темна нахуй. В понедельник или выходной, он в Краснодар, то еще куда. Все равно, во. Так. Стоянка пустая на 6.43. Вот так они, грузчики, пашут, смотри. Идет и под собой ног не чувствует, смотри. А? И собачка за ним, бля, опа. Открой. Вот они, 722. Бизнесмены. Здравствуйте, ну, что? Дорогой. Здрасте. Здравствуйте. Угу. Снял? Снял, конечно. Ой, хорошо. Правильно. Работаем, работаем. Все под контролем, все под контролем. Я вижу, вы только чай пьете. Не надо ко мне подходить. О, нормально. Я чую, где ему надо. Да я за все сниму тебя еще. Наездик. Угу, о, и машинка иномарочка, правда, помятенькая чуток, ну ничего. И рулит, рулит, глянь. Привет, Вовчику привет передай. Ты у него? Да. Ну вот. Правильно. Фотогиеничен, вот серьезно говорю. Сводет машину? Отлично, да. Это так надо. Ремешок есть у тебя? Есть, но надо. Давайте. Гочи опять. Слушай, оператор один грохнули. Возьми, блядь, трючок. Трамбонил. Да. Привет. О, это не кофе, да? О. Это кофе мое? Понял? Твое было бы, если бы. Твое кофе? Поставь на место. Дай побить. Ну, порассказывайте дальше, я слушаю внимательно. Да не, лучше помолчать. Чё, помолчали и рассасывается моментально. Опа, вот он, один. Лучше помолчим, компромат нам не нужен. О-о-о, ну-ка скажи, что ты там про начальство рассказывал, ну? Ну, она хорошая. Ну, вот так и говорил. Это я сказал на начальство матом, он смеется. Вот так вот. Шучу. Вот так. Вот это, блядь. Ебануться. Вот они, блядь, люди Голливуде. О, бандиты Славянска, блядь. Один, нет, по центру казаки. Вот. Нет, все. Вот они. О, Леша, иди сюда, дорогой.
Убери куда? Камеру. Да какой камеру я для себя снимаю? Ты слушай, ну. Где этот Вова Рожков? Видел сегодня такого? Я его вообще не знаю. Пойдем заберем. Братан, наебать. Опа, вот он. Он знает, мазель, куда идет. Мазель, там сел. Все, Леха спит там, мы за тобой придем. Подожди, подожди. Слышь? Ля, ля, сиди, сиди. Вот. Там, блядь. Это Терехин спит в своей собственной машине, если бы, блядь, да? Открывай. Потолкай, блядь. Вот он. Вот друг мой, пик-пик, куда побежал? Куда побежал? О, Саня поехал. Леша, пешочком, пешочком. Ну, там встанет, я говорю. Ну вот. Смотрит туда, оздоровается. Да, 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 да. А подожди. Безобразный образ жизни Терехина. Это Терехина, смотрите. Вот он, крупным планом. Вот так вот. Молодой, дурной еще, что? Да. Не, чтобы здоровье поберечь, блядь. А? Леша, а ну глянь сюда. Сань! О! Надо, Дима, а, не, надо, надо. Опа. Вот он, вот он. Так, рука дающего. А ну вот и дающий, сейчас, подожди. Так, подзаехали сюда чуток. Не ездят. Красивых женщин, да, о чем говорить. Красивых таксистов тоже мужчин. О, бесплатно стоят. Номер какой у нас? На начальство, ну-ка, вот он. А что это такое? Вот, номерки. Да, ну так, для ФСБ. Всем привет. Давай, ага. Так, кстати, бухгалтер наша знает тебя, так что давай. Слава. Подожди. Ближе, ближе. А зачем ближе? Как зачем? А я кое-что покажу. Покажи. Не очень хорошо, серьезно. Не очень хорошо? Нет. Пойдем. А ты кино снимаешь, каждый день славянка, да? Красная горит кнопочка? Где? Вот здесь. Должна гореть. Нет, не горит. Ну хорошо, что не горит. Стой. Фотографировать надо. Да ладно, вот он, вот он, вот этот человек мне кроссовки за 1500 продал. Вот он. Не обманывай, хоть бы врал, да не. Полторы. Ты еще бегал за ним. Но я не прикалываюсь. А это кто? Леша, ты так близко подходишь. Откуда вы такой? Молодой человек. Молодой. Ученые, социологи, которые работают на... Ну я же тебе объяснял, что вчера это. Слышишь, ты же говоришь, а меня? И интересно, что... Сейчас, еще и сейчас кофейка желательно. Вот, курим, курим на работе, понятно. Вот на работе курим же, да? А вывеска у нас какая? У нас не курят. Ни много, ни мало. А что, а вот у меня такой вопрос, как экономист, вы не знаете, не вы... Пустая стоянка на 8 часов. Вот так вот, вот так вот. Вот она. Это снимает. Что, тебе картинка в тюрьме?
О, смотрим, подходим поближе. Вот они, денежки. Вот она, пятнашечка. Вот из-за таких рубчиков складываются тысячи, а то и сотни. Что нас видит, да? Так, а ты видел, какая у меня посадка? Это как, они позорят наш город, да? Да, да, да. Это да. Опаздывающие с рынка или о, как там? О, еще одни. Нищие, все да. Нищие. Да. За Volkswagen, да, помню. Нет, ну ладно, у него новое, а у меня это, знаешь, как он зовется? Месть за Сталинград. Вот едем в Терехину. Вот Саша. Вот он на Дальний Восток. Это я жене говорю, чтобы она когда тебя в лицо хоть посмотрела. А-а-а. Вот у него скромно. Украли автобус вчера, ебать. Вообще с концами? Не, видишь, нашел. Мусора на эвакуаторе увезли. А, мусора, это чепуха. Вот так и остановись. Все, приехали. Место. Место Сабеловского. Вот скажи, сколько эвакуатор в Краснодаре? Ну-ка. 1200. 1200 рублей. Не можем. Репортаж, они позорят наш город. Да. Заработать на хлеб контракте своей свекрови удалось жительнице Лондона. Несколько лет назад. Давида, опа. А вот это как раз интересно, очень даже. Лёха! Сильно превысили смету сумму. Ну, после премьеры Саша. Им все простили. Лёха! Группу наградили золотыми часами. А зрители, Лёха. Проснись на самокрае. Лёха спит. Анекдоты. Ага, ни хера себе. И в милиции еще 500. А, ну пока, думай. Протокольчик. Опа, цена. Опа. Ну тут нет здесь. 500. Ну какая разница? Еще 500. Это вот игрушки. Чьи игрушки? Оп. Убирай. Да ладно, брось. Да? Да, машинки. Три продали уже, две украли. Понятно. Не считая магнитофонов, колес и. Понятно, понятно. Деньги деваются, а? Угу. Ты ходят, пьют. Да, 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 на, да. На, да. Идем, 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 идем. Идем, идем. Идем, 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 идем. Идем, идем, начальник. Еще я стою. Хорошо получается. Качественно, смотри. Да, да. Как деньги берем? Да. У меня там пленки еще на 3 часа. Ну так оставь его. Ничего, что, я на память. Ничего. Здравствуй, здравствуй! Да, да. 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 Заглохаш, да? Да. А там пошел за вами. А что вы снимаете? Оп, сейчас. Вот так. Взятка. Угу. Так, карман. Оп, оп, оп. А что это ты уже сюда перебежал? Ничего, сейчас посмотрю, как вот. Вот так вот эти копейки казачьи зарабатываются. Ой, блин, копейки. Казачьёра мне тоже. Да, да, да. Вот. Так, вот они копеечки, рубли, ага. Так. Денежка. Денежка. Вот она, казачья касса. Вот начальник. Бурлаков Анатолий Никитович. Вот так. Вот и касса у них. А в кассе сколько, если не секрет? Да больше, чем у тебя. Это еще посмотреть, смотря как смотреть. Никитович, много, нет?
кассе. Угу. 2000. Нормально пойдет. Не фотографируй ты меня, слушай, я устал уже. 1500. А между прочим, перед ней очень тяжело работать. Перед камерой? Да. А я не знаю, я себя свободно чувствую. Что перед камерой, что... Вот я на улице свободно, а когда в студии там у них было, довольно-таки... Свет, может, включите? Так, Марина Алексеевна. Появление, оп. Славянск. Все, ничего, усмехнулся. Ну, пошли. Так. Смотрите, товарищ, на повестке дня друзья мои один вопрос. Значит, аккуратность прежде всего. Сейчас матери позвоним. Так, мать, я и живу. Вот, жена моя ходит, переехать в Москве. Мать, ты будешь как раз работать. Мариночка сидит, смотри, смотрит. Хорошо. Так. Что тебе нравится? Печати ставить. Брезов сколько тут. Вот они.
Опа. Когда еще? Хрен его знает, Вася. О, ништяк. Правильно же, Илья Анатольевич? Правильно. Вот. Молодец. Вот пьяница нашего. Они позорят наш город. А ну-ка, прячься за спину начальника. Да, да. Фамилия твоя как, товарищ? Знаю, может, это Дорошенко, Виктор, по-моему, не помню, по-батюшке. Тогда снимай, как я ложу в кассу, если не видишь, что я смотри, бью. Давай, давай. Я хотел, чтобы он снял. Я снимаю, снимаю, ты что думаешь? Шутка юмора, что ли? Можно, смотри, а карман где, а ну-ка. Вот он карман. Как хулитов, понимаешь. Кстати, если... Опа, раздевайся, народ. 101-я машина на 6 часов утра. Так, чуть-чуть. Да я тебя спрашиваю, что вы будете. Надо тебе. Так, ладно. Спекулянт. Спекулянт. Давайте на завтра это посмотрим. Дружинников запущу. Кого? Куда? Постоянку. Постоянка. Ну, сейчас... Потому что просто нам могут маленькую свинью подложить. Кто? А кто подложит? Камеру убери, скажем. Да не работает. Да? Ну. Знаю, знаю. Я знаю тебя. Провокатор ее. Че? Не, а что за свинья, я не понял. Ну, ты камеру убери, да. Ну, все. Салют, Мария. Салют, Мария, да. Сейчас поближе вас возьму. Чуток. Опа. Хорошо. Что ж хорошего-то? Так, камеру сделаем, ленту замузим. Я тебя ждать будешь? Да не жди, я тебя уже снимаю. Да? Да. Я еще на тут пока не буду. А ты приедешь? Да, сегодня? Да. Нет. Хорошо. Номерок у меня. Да, на работу идем? Да, да, на работу. Я подъеду. Подъезжай, подъезжай. У всех потенциальных. Вот еще один человек. Тоже вот ручкой машет. Ага. Да, да, доброе, доброе. Соня, блядь. Да ты как не придешь, я вечно, да, Сань? Ну да. Тогда... А я вчера тебя смотрел, там, как Миша тебя задрочил, слышь, нахуй послал друг другу. Так, вот они, братья, блядь, по разуму, ебать. А это вообще брат по разуму, нахуй. И еще один, блядь. Шо, не слышишь? А ну глянь сюда. Это шо, я в розыске. В розыске, блядь. Они позорят наш город, блядь. Да я в федеральном розыске, а ты не снимаешь. Снимаешь. Толку, ищет милиция, ищет пожарные. О, репа, глянь, что яблоко в саду гиганте. Бля, на свою посмотри репу. А увлечение есть же, оно увеличено. Конечно, есть. Да. Опа.
Вон и она, блядь. Чисто, блядь. Вот так пошла. Это ты говоришь, доказать, что бабки не пользуются. Да, я просто. И время стоит 6:40. Штаны упали. Куда же бабки шерифы зашивали? Ну это вкусно, правильно. Один для тебя прикрыт. Во-первых, они холодные были. Во-вторых, люди, если подойдите от них, их вообще не будет. Началось. Время одежды. Потому что Краснодар. Ты не матюкайся, это для штаба снимаю. А я сегодня вам слушал, это такая погода днем. Просто. А на вечер это пиздец. А вот штрейкбрекер, слышишь? Штрейкбрекер. 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 Как не знаю, делаю? Я штрек. Штрек. А, штрек. Штрек. Саша не хочет фотографироваться. Штреком. Да сейчас. Нормально. Вот они никогда не платят. Нормально? Это те, которые не платят. Это те. Одна машина. Инвалид, таксист. Инвалид. Ну, планета удачи. Привет. А? Я не все еще принес. Сейчас подойду попозже еще. Там 300 должно быть. Посчитай. 30. 30. Еще 20, да? Пустая. Ничего, на память пригоди. Согласен. Держи, пять. Давай. Все. Давай. Ты что, никак не наиграешь с этой камерой? А я не играю с ней, к сожалению. А кто это? На заднем сиденье протанцовывая фуражка. Ну и что? Дальше что? Ничего. Ну, кроссовки мне продал, блядь. Кто? Ну, ты этот. Ты. Здорово, дружище. Здорово. Хэндик. Машет. Ну, машет. Снимает. А я жене покажу, что в самом деле есть человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот он, Марина, мастер спорта по боксу. Это где-то без шуток. Да, хуёт. Нет? Да не, никакого. Буквально. Доброе утро. Здравствуйте. Вот она Борисками руководит. Раз, раз. Здравствуйте. Да. Да.
Да это ж туда едут все. Да все туда. Да я вот тебе показываю, что смотри, вот они, смотри. Вот Анатолий Никитович. Вот это все халявщики. Вон у нас касса. А вот то сейчас приблизим стоянку, смотри, Андрюх, иди сюда. Ну все специально, приближение, смотри, смотри, вот оно. Вот это все, вот, вот отсюда где-то, вот. Вот из этих вот. Вот, несколько машин, вот это халява. И вот с этих, вот, а остальное вот это вот уже все. Ну сейчас по уменьшению, вот это вот халява. Халява, халява, и халява, и халява. Вот, сейчас смотрим, на 9 часов 25 минут. Господин Абраменко. Вот он, да. Скажи для Анатолия Никитича, а что ты тут делаешь, а? Андрюш. Ром, покажу, Ром, это он работает возле меня, смотри, стоит. Как кто-то с камерой балуется. Ага, балуется, ну ничего, ничего. Я не балуюсь. Охраняет он Volkswagen, блядь, белый. Ну. Почему тут бегает? Я же снимаю, что? Я снимаю. Ну что, раздевайтесь, девчонки. Да. Ну что, кофейка нальете? Налью. Ну что тут? Что тут? Хватает шоу. Кого? Рубля. Добавлю. Ну ты начальница пришла. Ну что ты делаешь? Да я так просто. А кассету им потом подарю, да и все. Кассету подарю, да. Так холодно. Включайте, включайте, включайте. Сплит. Не слабо работает. Вообще не работает. Ну ладно, ладно. А что? Вы понимаете, вы накручиваете сами. Нет, 27 возможно. 30. Понимаешь, а этого делать нельзя. Вам тысячу раз сказали, нельзя ставить 30. Не снимает. А кто там снимает? Это преступление, ставить 30. Thank you.
Нормально, я его обращаю. Так, а ну. И вот он. Опа. Ну давай, давай. И моя рука. Не отсохнет рука дающих, блядь. А, есть. Ну, блядь. Так, это вообще охрана. Ну, чего-то, блядь. Здравствуйте. Красивую женщину надо. Не, ну просто вот есть же в нашем городе вот добрейшие души люди, а? Да? Я вам потом кассету подарю. Серьезно. Администрация. Вот он за меня. Ебать. Смотри, как классно. Если что видно, да? Ништяк? Это. Дайте, да. Пожалуйста, интервью. Что вы думаете? Аля бади. Ну вот он, шахматы. Интервью состоялся. Ну сильно. Повалит на него. Да ладно, ладно. Здрасте. Сам такой. Смотри, норковые шапки. Чем бы дитя не тешилось? Чего у тебя там есть хорошего? Ничего нет. Блин, вот они, вот они, торговцы смерти. Да. Красота. Ну, на, посмотри, что там. Похож? Да, я вижу, похож, похож. Привикатор. Контактный телефон. Шутите, да? Нет, не шучу. Не надо такие вещи делать. Ну, это не для налога. Сейчас посмотрим товар какой. Так, вот куртки. Давай показывай, наверное, вот так вот. Так. Вот. Я понимаю, ага. Так, есть такое. Угу. Всякие разные. Вот. Куртки меховые, так, потому Тима, что еще. Очень затягиваешь меня. Да ладно, ничего не затягивает. Кого? Вот этого, блядь. Да, вот это. Ты ж радуется, когда меня видят. А, очень радуется. Да, 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 да. Вот хорошие люди наши. Вот. Наша армянская диаспора. Не глава диаспоры, но где-то близко возле нее. Что ты снимаешь? А что, тебя снимаю на память, ё-моё. И сосиски сразу. Смотри, как классно. Да? Сосисочки. Да, ну о чем ты говоришь? Сосисочки. Петрушечка свеженькая. Вот. Все свежее. Чтоб не гавкали, а то все не свежее, все свежее. Все свежее, кетчупы. Собачка. Ой, какой кой, ой, какой кой, да? Тоже свежий. Хорошо, я вас попрошу. Да, что ты делаешь? Их знали в лицо, игровые автоматы их знают в лицо. А что ты делаешь? Что, снимаю, на, посмотри на себя. Ну да, я посмотрю. Да вот, смотри. Дай ближе. Не могу. А теперь отмотай. Да, ну. Тебе сковородка тоже на память? Так вот. Слушай, ты знаешь... А что, если платите налоги, спите спокойно, а что бояться? А я не боюсь, я спрашиваю. Кися. Ну, кися. Кися. А? Вот. Ну, пойдем. Что, я думаете, что? Да налоговую инспекцию, что? Не, вы покажите, что у нас есть в товаре. Ну, вот товар, я же что и показываю, что. Все показывают, что все, что есть, все медленно. У нас все есть. У них все есть. Вот это она сказала, вот. Да. Красивая, да? Индийская, да, принцесса. Задолжника. Да, да? Нет, нет. Нет, не задолжник. Ну как? Хорошо. Все нормально. У меня? И у меня. Снимай, снимай мою палатку. Красивую. Красивая, правда. Красивая. Посмотри. Красивая. Ага, классно. Полотенце твои классно смотрятся. О, с этой тигра какая. Смотри. О. А вот.
тебя, слышишь? Лысый! Дядя, ну тоже да на память. Я кассету сделаю, серьезно. И что? Можно увеличить поближе, смотри. Да? Смотри. Похож, да? Кстати, за тебе. Ну я кому, блядь? Штука. Вот это Марина, вот эта штука. Охренительный башмак. Натуральный мех. Это на зиму. Да. Все. Ну не, опа, вот это не. Вот им смешно, слышишь, смешно. И главное, что прятаться-то, господи. Номер места. Славянское телевидение. Чисто 243. Славянское вот чем торгует народ. Так вот, он смеется, да? Не так снимать. Смотри, да нормально все. Славянское телевидение. Да какое там? Рыночное, привозовское. Кроссовочки, почему 46-е? Где? Покажи. Покажи еще раз. Вот, вот, они, вот, вот, они. Вот они. А вот эти сколько? Вот эти? Еще один. 900. Эти 900. Ты знаешь, как его зовут, да? 1500 с меня содрал, представляешь? А что, что? Может, ну, солнышко, потом. Хороший парень, ну плохо, опа, тоже ништяк, а? Да? Похож? Да, да. Ты смотри, нифига. На память. Понятно. На память. Может, уберут не день, завтра, сегодня. Помните меня. Конечно, я дети так помню, каждый день вспоминаю, блин. Люди честные, не прежде. А люди честные, а никто закрывается сразу, понятно почему. А вам что бояться, правильно? Да, нам и не перебоятся. Тем более я домой шу, и жене покажу, он скажу, вот такое вот есть, вот такое. Напугаем. Серьезно говорю. А кому? А кому я должен снимать? Шапочки. Шапочки. Угу. Вот классные, смотри, какие норки тут все дела. Да. Зачем фотографировать? А что? Конкуренция, конкуренция будет, да? Да, да. Модели снимаем последние. А, ну все, за это, между прочим, платить надо. Вам, чтоб я не показал никому. Да, нам не надо. Смотри, прикольные, да? Смотри, шапки какие. Кепочки, да? Прекращай народ смешивать. Опа, опа. Попал. Конкурирующая фирма. Да, модели, все. Не, ну а что? Фактура, модели. По-хорошему. Потом вычинять будет. Вычинять. А надо же это, разрешение спрашивать. УГУ, УГУ. На интервью. Так куда прям? Вы ж не бомбами. Будешь отсылать? Да, ты какой там разрешил? Жену ж не затащишь на рынок, а так хоть посмотрим. Какие шапки есть красивые. Все горит аж на солнце, да? А такая сколько? Замечательно. Ты что же не зимняя, как зимняя тебе? Тёма, я тебя искал. Вот он, смотри. Мочалки, все дела. Маечки, простовочки. Адидас торшин. Имеются места для поездки. Для чего? А уже все. А? Уже поздно. Для чего? Уже снято. Так а для чего это? Для чего? На всякий случай. Чтоб не отпирались, потому что не соучаствовали в спекуляции, когда наши придут. Смотри, какой народ, да? Вот весь импортный товар. Наши. Дом 2. Нет. Да, я снимаю. Согласен.
Ксюш, а ну посмотри. Ксюша. Эй. Твоей мамаше будешь рассказывать. Какая я хорошая. Так же? Жарит рыбу. Посуду помыла. Хорошая девочка. Хозяйственная. Ну, такая раз-раз. Все умеет делать. Нет. Командир, командир, командир. Я жирный командир. На-на-на-на-на-на. Господи. На-н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 а. Титлы, титлы, тарарам. Титлы, 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 та-на-на, на-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 
Хозяйка. Сей, ну хоть глянь сюда. Страшная жареная рыбка. Сейчас мы поближе. Ужасная жареная рыба. Ушан жарит. Как ты разговариваешь? Да. А ну повернись. Ушан жарит рыбу. Что ты ушан? Не боится ничего, бля. Пойду жорика засниму. Маленький жорик кабан сел на диван. Жорик, жорик.
ты чего там снимаешь, а? Сгорело, что ли? Ну, немножко. Как немножко? Ну, сгорело, сгорело. Не балуйся. Скажи что-нибудь. Да, ну понятно. Что еще можно сказать? Мой стол такой заковняканный. Вот. Телефон не работает в кабинете. Да почему тут кабинет? А куда ты занят? Шаги себе хочу. Не отвечу. Пойдем уже сниму. Все, уезжаю в Краснодар, понятно? Еще завтра понеси на стоянку. Фурчит, а? Угу. Сиськи выросли? Боится он кого-нибудь. Слушай, я ворожку хочу. Он Хусиненко. Я правильно веду, может, кого-то там. Ну? Давай, давай, поехали. Телефон.
Телефон. Mm-hmm.